Всем привет, вы смотрите Софи Шоу. Ну, это я, Соня. Я давно не выкладывала таких видео. С завтрашнего дня пойдут длинные видео, где-то в 30 минут. Почему я выкладываю такие длинные видео, да сама не знаю. Ну и видите этот режим, да? По нему мы будем выживать. А сейчас вы видите мой шкаф. Это весь мой шкаф. Носки, а дальше вам не надо видеть. Сегодня я сниму рум-тур на мой шкафчик. Рум-тур бывает только на комнату, но на комнату мы пока не можем взять. Берете мою кошку. Она не любит камеру. Она любит ее нюхать. Моя кошка вам шептала. А, кстати, посмотрите мою косметичку. Это она так набитая. Это я завтра вам покажу. Ребята, вот я вот вообще не представляю, как я завтра буду выживать. Потому что я вам завтра сниму перезагрузку видео день наоборот. И я на прогулке теперь крашусь, ребят, крашусь. Ну там, румяшки там. Вот эти вот на глаза тени. То есть я перед прогулкой не буду краситься, пойду без краски гулять. И приду домой, мне нужно будет накраситься. Что? Ну ладно. Сейчас не про это видео, а про видео, которое я хочу снять сейчас. Так вот, у меня же, я же снимала видео, вся одежда моей младшей сестры, которая еще не родилась, даже уже у нее куча гардероба. Ну и мы начнем. Начнем, пожалуй, с самой нижней полочки. Там лежит моя пижама, в которой я сейчас хожу. Куча моих носков. Вот я сейчас одним глазком вам покажу. А вы дальше там сами додумайте, что это такое. Дальше вот тут еще мои колготки лежат. Вот здесь вот лежат мои носки. У меня много носков с авокадо. Так, надо взять подставку для телефона. Вот она. У меня такая розовая. Мне бабушка ее подарила. Так, чтобы телефон не грохнулся. Вот у меня есть такие носки со смайликами. Вот. Такие вот носки красивые тоже. И розовые есть. Почему-то у моего гардероба много розовых вещей, ребята, хотя я не люблю розовый. Вот вывернутые носки такие же, вот как и голубые, только с розовым. Только розового цвета, вот так вот. Выглядит со смайликом. Ну, мы идем дальше. У меня много носков с авокадо. Вот еще авокадики. И еще. Много авокадо. И еще два смайлика. Вот фиолетовые и оранжевые. Смайлики. Я не все авокадо показала. Вот еще авокадо. Все, больше авокадо нету. Классик, белые носки. А, еще авокадо. Теплые носки с Дедом Морозом. Ну, это так, на зиму. На Новый год. Прийти к елочке, посидеть там. Прогреться в теплой пижамке, подкладывать подарочки. И носки с Дедом Морозом. Пойдут как раз. Вот такого. Ну, вот. Это мои гольфы. Вы видели гольф моей сестры, теперь гольфы мои. И теперь сравните. Кто не смотрит то видео, ссылочка будет в описании на то видео. И вот такие вот носки с надписью. Кстати, а почему тут не все мои колготки? У меня колготок намного больше. Чё? Белая футболка?
Что она тут делает? О, перепуга белая футболка взялась. Я быстро схожу. Ребята, мои колготки все в стирке, почти все, вот маленькая куртка, все кто не знает. Держи расческу, меня больше не занимает. Мне съемки ведутся. Ну, короче, пока покажу вам малую часть. Тут мои вот такие белые колготки в полосочку. Почти все колготки мои, они на школу. Тоже такие колготки. Мне они не очень нравятся, такие, потому что серые, блестки и черные. Не, я обожаю черные. Я люблю блестки, черный, серый тоже. Но они все в таком сочетании не очень. Тут носы, тут колготки. Смотрите, тут сердечко нарисовано. Это сердечко я отправлю вам, ребята. Тут еще колготки. Капронки. Капроновые колготки. Если бы я была почти в самые последние дни в этих капроновых колготках, мне бы было не сладко, ребят. Я потом проверю запись. Дальше идем на вторую полочку. Ой, зачем я поставила? Вот эта вторая полка моя. Тут штаны, шорты, юбки, футболки и кофты. Начнем. Хотя ладно, давай по кучкам. Вот возьму тут по горсточкам. И вот потом выберем, какую первую горсточку мы возьмем. Вот это вот маленькая горсточка. Начнем с горсточки со штанами. Вот мои джинсы. Они не вывернуты. Правильные, не надо. Они большие очень. Посмотрите просто. Это просто черные штаны. Можно и на школу брать, и на улицу выйти. Ну, они очень теплые. Поэтому я в школу в них вообще почти не ходила практически. Только иногда, когда очень было холодно. Это мои спортивные штаны, в которых я буду ходить на зарядку на улицу. Я в них хожу на улицу теперь. Теперь зарядка на улице проходит. Бегал. Беготня. Ну, это штаны, которые вы видели в нескольких роликах. Ну, двух, трех, не помню в каких. Именно. Дальше кучка с кофтами. Опять же, не вывернутая кофта. Там просто надпись стразами написана, сердечками. Она в полосочку, она красивая, мне она нравится. И спрашиваю, что у меня такой беспорядок везде всегда? Да потому что времени нет убирать. То я делаю видео для вас. То у меня еще что-то происходит. Вот. Это, вот это верх спортивного костюма. Короче, я не буду ходить на улицу. Ну вот, в режим недавно вошло, поэтому... Я там наш... Кстати, вы сейчас прочитайте мой режим, потому что я вам его покажу. Это моя зимняя кофточка, она очень хорошая, теплая. Рекомендую такую же покупать, которую я вам рекомендую, вот эту. Я не помню, какой это фирмы. Да заново сложить все эти кофты. С этими кофтами. Слушайте, одни проблемы. Мне очень трудно складываются.
Да, то они как-то смяты. Ты пахнешь мятой. Футболочки помяты. Песня просто есть такая. Мне она немножко нравится, немножко не нравится. Что какая-то немножко тупая, немножко не тупая. Вот видите, мята кофта. Как бы не футболочка, а кофточка. Ну, у меня футболки тоже помяты. Ты. Камера пишет. Теперь идем к шортам. Вот, красивенькие шортики. Разбежитесь вы. Ё-моё. Вот они, красивенькие шортики. Они идут. Я люблю шорты. Шорты любят меня. Я философ. Чтобы шорты поместились, я их сложила в мелкую кучку. Я так называю, вот это не склад у меня. Это такие зеленые шортики. Ледняя экосистема. Это я так называю. Дни, когда я хочу сходить в этих шортах. Серьезно, они не природу прям напоминают. Тундры, лианы, флора, фауна. Вот это. Это моя юбка. А так сразу не скажу. Скажу, что это жилетка какая-то. Но нет, это юбка. Это юбка. И складывается юбка. Это очень трудно. Ну, сначала нужно вот так сложить. Карманы, кстати. И тут специальная такая типа штука, типа повернут. Типа это. Ну, короче, юбка современной молодежи. Тут тоже вот такой, типа, эффект. Такого крешевого стекла. Боже, что я только что сказала? Эффект крешевого стекла. Чего я только что сказала? Ладно. Моя новая. Колдесная футболочка. Вот такая. Она очень красивая. Очень красивая, но и очень такая женщина. Ну, девушка. Такая. Всякая. Так, нужно. Потому что когда перееду, я ее навешу, повешу. Потому что она склонит в сторону, потому что у меня рукава не такие. Хочу еще раз. Смотрите, вот такая крутая футболочка. Она мне очень нравится, хотя я не люблю розовый. Но она мне очень нравится. Простите, ребят, но там чешется. Ну, простите, ребят. Ну, и теперь сложим аккуратненько нашу розовую футболку. Андиама. Дальше. Видите, не на камеру. Смотрите, это моя новая футболка. Такая тоже тундры, лианы, флора, фауна. Хотя тут больше флоры и фауны. Никаких тундр и лиан нету. Однокрылая бабочка. Ладно. Тут и есть еще однокрылые бабочки. Теперь прямую футболочку такую. Она мне тоже очень нравится. Следующая футболка — это с надписью «Барби». Сейчас вывернем.
Она мне тоже очень нравится. Вот я и не очень так люблю Барби. Но футболка с надписью Барби мне нравится. И шрифт у этой надписи Барби очень красивый. Поэтому эта футболка мне не нравится. О, ясно. Это моя новая футболка с балериной. Сейчас вывернем ее только. Она мне тоже очень нравится. Мне кажется, она моя любимая. Да, вот это моя самая любимая футболка. Потому что я люблю черные и белые оттенки. И тоненькие оттенки серого между ними. Короче, эта футболка мне очень нравится. Я бы в ней даже дома походила, хотя он мне говорит, что нужно только в домашней. Домашнюю полочку мы тоже разберем. Но смотрите, как она мне идет. Я очень люблю такие цвета. Поэтому она моя самая любимая. Становится в рейтинге моих любимых футболок, которые мне очень нравятся. Она тоже в первом месте. О, это новая футболка зайца. Вот она. Так, камера ее списывает. Это с зайчиком. Она не очень мне нравится, но тоже нравится. Но она не входит в топ моих самых любимых футболок. Спроси зайка. Ты не входишь в этот топ. Ну а следующая футболка с кроликом. Ой, со спицем, простите. С кроликом. А где тогда футболка со спицем? А, это же кофта. А где тогда кофта со спицем? Где кофта со спицем? Пойду к маме спрошу. Хотя футболка зайца мне тоже нравится. Но я ее не очень так. Она крутая, конечно. Но я не очень так. Кстати, они от одной и той же фирмы. Вот это такая вот футболочка. Знаете, по-летнему. У меня очень много футболок, но осталась предпоследняя. Вот она, наша предпоследняя футболка. Ну, здесь футболки и майки. Одна маечка сейчас последняя будет. Ну, короче, это очень режущая глаза футболка, которую я не желаю никому покупать, потому что вот мне поначалу она нравилась, но потом она мне стала резать глаза просто. Ну, и самое последнее, это крутая майка, летняя. Вот это уже по-настоящему по-летнему. По-реальному по-летнему. Она мне еще не мала, хотя по виду от футболки так сразу и не скажешь. Она мне не мала, но мне идет как топик в такой маленький. Хотя она у меня столько 6 лет, 3 года, блин, ее служение, но она мне еще нормально. Дальше идет полочка со Шейкой формой. Школьной формой. У меня тут тоже.
4 стопки. Начнем, пожалуй, со стопки с блузками, там, с кофтами. А, да, с кофтами. Вот тут такая вот. Короче, крутая. Такая. А то вот не скажешь про школьную форму, что она хорошая. Дети, вот она такая милая. Ну, я люблю такие синие футболки и кофты школьные. Вот синие, вот с кружевом. Вот именно вот здесь, вот в этой вот зоне. Обожаю, когда есть кружево. Это дает такой красивый эффект. Эффект молодости такой. И такого эффекта не устаревшего. Потому что сейчас все так любят носить открытые, прям такие открытые костюмы. Любят такие носить сейчас. Следующая школьная форма — это с искусственным кружевом, которое не кружево вовсе, потому что обычно кружево оно так растрясывается, колется немножечко. А это просто принт. Я обожаю натурал кружево, натурал или как там на английском, натуральный кружево. И вот такие вот рисуночки мне не очень нравятся, потому что, ну, это как-то не по-натуральному, что ли. Как бы, естественно, не по-натуральному, это же искусственное кружево. Такие кофты, наверное, сделали для тех, кто не любит, когда щекочется горло. Или ручки. Почти супер-пупер открытая, открытая футбол, кофта. Потому что тут и рукава, и вот тут вот. Все так свободно. Там еще где-то висит полностью кофта из фаты. Из фаты. Кофта из фаты. Из фаты. Кофта из фаты. Ну, эта футболка, она у меня с детсада. По скрипту. Детского сада прошло года 2-3. 2-3 года детского сада прошло. Она на меня лезет. Как это? Наверное, потому что у меня голова круглая. Круглая. Как Эв говорит. Наверное, поэтому у меня она до сих пор на меня лезет. Дальше идем к юбочкам. Вот эта юбочка мне очень нравится, потому что она такая форменная, с формой и с бантиком. Она идет к многим своим, моим точнее. К очень многим моим футболкам и кофтам. Да, у меня есть еще футболки. Их я вам тоже покажу, они просто на вес висят. Она очень трудно складывается, так как все остальные юбки отлично складываются. Вот эта юбка мне очень нравится тем, что она почти полностью сделана из фаты, только есть подол, чтобы скрыть, если ты в капроновых колготках, сами знаете чего. Вот эта юбочка такая хорошая.
Вот этот момент с тачкой 2 только какой-то самый тупой. Хотя мультик сам тупой. Ну ладно. Уйдем от мультика, вернемся к юбкам. Вот эта юбочка с вот таким вот узором мне не очень нравится, потому что она какая-то такая тупая. Самый тупой момент. Смотрите, вот. У меня есть две кофты. Ой, две блузки. Что за ерунда? Ой, там у меня, наверное, брошка просто висит. Короче, просто серая блузка есть у меня. Да, вот такая реклама. И такая вот борду. Такая серая. Серо-малиновая такая. Серо-коричнево-малиновая. Вот такая. Серо-коричнево-малиновая. И сейчас нужно снять все мои вещи с вешалок. Ну, точнее, все мои вешалки снять. У меня есть много вешалок, я вам все свои вешалки сейчас покажу. Ой, нужно сейчас поднять вешалку. Рубашки тут всякие. Ой, не туда. Сейчас снимем с вешалок все. Платья тут всякие эти. Вы просто вы думаете, все, мое видео закончилось. Нет. Еще домашняя полочка есть. И вешалки. Вы, ребята, что думаете? Я тут какая-то тупая? Нет, мне кажется. Я не осуждаю людей, у кого только две пары школьной формы. Я просто до момента похождения в школу думала, что у всех так много гардероба. А у нас у класса в одинаковом каждый день ходит. Я уверена, если кто-то из моих одноклассников сейчас будет смотреть это видео, прифигеть немножко, сколько у меня вещей. У меня тут многоразовая вешалка есть. Вешалка с платьем. Кофты. Там еще сарафанчики есть. Куча вешалок. Классный дэнс. Ну и дальше пошли простые вешалки. У меня здесь такие миленькие розовые вешалки. Вот такие вот. Сейчас еще платье. Ароматизатор, вот понюхайте. У меня в шкафу теперь пахнет вишней. Просто он всегда в углу стоял.
Никогда не видела такой кристальной чистоты. Серьезно, не могу полежать даже. Сейчас все платья отложим в сторону. Если на них хватит вешалок, я их тоже на вешалке повешу. Первое, что мы видим, это у меня есть такая вот кофточка с киской. Ну, тут если так делать, то это киска. А еще тут сверху ушки есть. Сейчас выберем для нее подходящую вешалку. Может, Скул Футурино? Футурино подойдет, да. Скул Футурино подойдет. Сейчас, ребята, застегнем кофту, чтобы она не свалилась с вешалки. Да, я всегда застегаю кофту, и вот такой котик получился. Кофту повешу в этот край, чтобы у меня все было чистенько, аккуратненько. У меня еще сзади на спинке котик изображен, а я его даже сразу не... Ой, это платье тоже не было, не платье. Дальше у меня такая простая кофточка. Правда, с карманами ее не очень простые, они с сердечком. Чуть ли это будет? Ну, возьму с такой вот розовенькой. Для этой кофты подойдет. Простая вешалка, простая вешалка. Простая кофта, простая вешалка. Кофточка у меня достаточно новая. И сейчас застегнем. Молния у меня тоже простая, потому что у меня на некоторых непростые молнии. Какие-то с замочками там, чем-то еще таким. Но это просто простая. На капюшоне никаких аксессуаров нет, вот такая простая кофта. Кстати, у меня большее количество кофт. Кстати, вот это тоже засчитаю за кофту. Обычно. Какие-то серые. А еще где-то была фиолетовая кофта. Наверное, она тоже в стеклозельную кофту. Это жилетка. Мне она не очень нравится. Я в ней на улицу редко выхожу. Я в ней дома обычно хожу. Вот это моя одна из нелюбимых вешалок. Поэтому я для нее... И возьму эту вешалку, потому что я не хочу просто ее на какую-то красивую вешалку прям вешать, потому что мне она не очень нравится. Эта вешалка. У меня даже вешалки на выбор. Сразу вопрос вы зададитесь. А ты точно не богатая? После этого видео точно. Вы зададитесь таким вопросом. Ногой надо поддерживать. А то она постоянно с вешалок слетала, когда я ее пыталась стегнуть. Ну тут на всякий случай еще закреплю вот тут. Ребята, еще раз говорю, я не богатая. Белая, теплая, притеплая кофточка. Вот, еще тут есть потайные карманы. Я в детском саду от всех конфет там прятала. А потом залезала. И приела их. Ну, для нее я выберу вот эту вешалку. Она очень крутая. И под такому же стилю подходит. И кофта очень тяжелая. Потом... Она тоже постоянно сваливается с вешалки. Поэтому мне пошла мода просто застегивать кофты, куртки там, жилетку. Вот у нее тут необычная молния, вот такая вот.
не выполнены из металла, а выполнены из материала, которого... Это кофте вообще не такой бархат, не такой... как обувь. Да, странное сравнение, бархатная обувь. Вот. Я считаю, эта вешалка ей очень идет, а ее можно так повесить. Капюшон обычный, ничего. Просто очень сильно согревающийся пакет, который меня очень сильно согревает. Правда, она не согревает. Дальше перейдем к школьным кофточкам. Сейчас мы их возьмем все, мои школьные кофты. Это тут еще где-то был пиджак вроде. А, мама же пиджаку так и не пришила. Я уже вижу, что можно вот к той кофте, а вот к этой кофте. Ну, давайте вот эту. Мне эта кофточка нравится, она красивая. У меня много серых кофт. Ну, поэтому она сходит за какую-то из этих вот кофт, которые просто на улицу надевать. У нас был пазл в детском саду с Франческо и Маквином. Я сначала думала, что это Франческо, это пацан. Это не пацан, а девочка. Такая была Маквин. Смотрите, вот видите эту вешалку? Она идет к этой. Я даже вешалки подбираю. Вешалок у меня очень много. И можно несколько вещей даже повесить на вешалку. Никто против не будет. Что там песенки играют? Чего песенки? Сейчас нужно зацепить кофту. Я просто видео в ютубе нашла, и там так в конце сказали. Короче, бесконечное видео. Бай! Серьезно, как эту кофту закрепить? У нее слишком большой ворот. Ну вот такая странная кофта получилась, что она просто связала с вешалки. Нафига они делают такой широкий ворот, ребят? А съемка-то ведется? Ведется съемочка, приветик. Что мы дальше повесим? Рубашки. Выбираем рубашки. Ну, те, которые на пуговицы застегиваются. Раз. Два. Три.
О, вот это мне очень нравится, она очень красивая. К ней подойдет вот это. Вешалка. Да, такие королевские я даю им. Ну, я называю их королевскими, потому что они очень такие большие, громоздкие. Она держится на вешалке, и поэтому она очень хорошая. Не, естественно, что она не только из-за того, что хорошо держится. Мне эта рубашечка не очень нравится, вот эта. Поэтому я ей дам вот эту желто-белую вешалку с отваривающейся этой. И скажу, за что ты так с этой блузкой? Или как это называется? Оу! Май гад. Тут только через низ ее и напялишь, не расстегивай это. Все, безопасности моя. Пойдет она. Вот это, для этой не знаю, какая подойдет, конечно. Многоразовая. Да, у нее очень широкие рукава, поэтому она на эту подойдет вешалку. У нее широкие рукава, они даже под три вешалки лезут. Одна вешалка была бы ему слишком велика, а вот широкими рукавами вот как раз подходит. Вот она рубашечка. И вот это, она тоже мне так слабо нравится, но я ей там уже получше. Вот это. Вот эти две вешалки, у меня две такие есть вешалки. Они мне не очень нравятся, поэтому я их дам вот этим, от которой мне не очень нравится. Этой, которая мне не очень нравится.